была девочка, которую зовут Девятихвостая. Это девочка Девятихвостая, и она вспомнила подвал на крыше дома. Она пошла в подвал. Пока что было все хорошо. Она хотела поспать и сама ложилась спать. На следующее утро она пошла и сделала себе пиццу. И пошла на кухню. Съела. Она начала переодеваться. Но она передумала и пошла в это место. Она не могла залезть. Где этот стульчик? Она передумала и пошла переодеться и пошла в это место разобраться, как пойти в свой город. И переоделась. Переоделась, и вот. Она хотела нажать, но удивилась. Где стульчик, который внизу? Удивилась, что там